Уважаемые граждане России, дорогие друзья, совсем скоро наступит 2020 год. Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия 21 века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась. Чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему. Сейчас мы с волнением ждем боя курантов. Верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется. А наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее. Будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство – это основа достижения любых самых высоких целей. Эти ценности нам передали наши предки. Героическое, несгибаемое поколение победителей. В наступающем году мы будем отмечать 75 лет победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла. Людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон. Дорогие друзья, встречу Нового года мы всегда готовимся заранее. И несмотря на множество дел, главным считаем теплоту человеческих отношений и дружеского общения. Мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками. Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков. Вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды. Эти порой старые уже, но любимые семейные игрушки дарят свое тепло уже младшим поколениям. Конечно, у каждой семьи свои новогодние традиции. Но всех объединяет атмосфера добра и заботы. Пусть счастье, взаимопонимание навсегда поселятся в вашем доме. Поможет преодолеть все трудности, сплотит поколение. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание. А каждый ребенок знает, что он самый любимый. Друзья, Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С новым 2020 годом!